Приветствую всех дорогих рукодельниц, которые заглянули на мой канал, открыли это видео. В нем мы свяжем такие простые, но в то же время со вкусом оригинальные митинги из обычной акриловой пряжи. Но пряжа может быть любая по вашему усмотрению. Вот, вяжутся они недолго, быстро и просто, но могут стать хорошим подарком близким и знакомым, особенно в преддверии новогодних праздников. Так что приступим к работе. Акриловая Yarnart Baby, 50 грамм, 150 метров. Крючок троечка. Начинаем с цепочки воздушных петель. Двенадцать петель набираем. Теперь в третью петельку от крючка накид, вводим крючок, провязываем столбик с одним накидом. Вот у нас получилось две петли подъема. Это как первый столбик. Далее наш провязанный столбик. И теперь в каждую петельку из цепочки мы провязываем столбик с одним накидом. Провязали. Вместе с вот этими двумя петелечками у нас получается 11 столбиков. Разворачиваемся. Две петли подъема. Вот над первым столбиком две полупетли. Мы прихватываем дальнюю полупетлю, одну только. Делаем накид, прихватываем полупетлю, провязываем столбик. Накид, следующую полупетлю только, дальнюю, провязали. Так весь ряд. Провязываем за дальнюю полупетлю. Довязали, контролируем себя. У нас должно быть 11 столбиков. Просчитали. Поворот. 2 петли подъема. Накид. Над первым столбиком дальняя полупетля. Прихватываем. Столбик провязываем. Так провязываем следующий ряд и вяжем нужную нам длину. Длина вот это будет объем нашей ручки. Вяжем. Довязали мы нашу полосочку. Это вот эта резиночка. Вот на объемчик руки. Не сильно туго, немножко свободно. Теперь одна петля подъема, подхватываем вот столбик и под него провязываем столбик без накида. Дальше следующий ряд и тоже прям под столбик отсоединяем один столбик и под него провязываем столбик без накида. Снова так проходим до конца. Теперь провязываем еще одну воздушную петельку, складываем кончики вместе и соединяем. Каким образом? Две полупетли одной стороны подхватываем, две полупетли
другой стороны. И соединительным столбиком провязали. Дальше следующие. Две полупетли и две полупетли следующие. Подхватили ниточку, вытянули петельку и протянули. Таким соединительным швом проходим до конца этого ряда, чтобы соединить две половинки. Соединили, провязали одну воздушную петельку. Теперь то же самое, как и с той стороны, но только под каждый столбик, вот так подхватывая столбик, мы провязываем два столбика без накида. Раз, два. Вот следующий у нас столбик. Ввели крючок. Один столбик. Второй. Так проходим до конца ряда. Завершаем ряд под воздушную петельку, которую мы пустую в начале ряда набирали, вот таким соединительным столбиком. Две петли подъема. И весь ряд провязываем столбиками с одним накидом. В каждую петельку столбик с одним накидом. Вот так проходим и присоединяемся во вторую петлю подъема. Набрали 2 петли подъема и следующий ряд провязываем полустолбиками с одним накидом. Накид. Вывели крючок, провязали 3 петельки. Накид. Присоединяемся во вторую петлю подъема. Ряд. Присоединились. Одна петля подъема. Дальше весь ряд. Столбики без накида. Закрываем ряд, присоединяясь в петлю подъема. Закончили ряд. Две петли подъема. Три полустолбика с одним накидом. Дальше нам нужно провязать 4 рельефных лицевых столбика. Накид. Вводим крючок, захватывая полустолбик предыдущего ряда. Подхватываем ниточку. Провязали накид. Провязали 2 петельки. Накид. Следующий полустолбик подхватили. Вытянули. Далее провязываем 4 полустолбика. Вот смотрим сзади. 4 петелечки у нас пропущены. Делаем накид. И вот сюда, в следующую, провязываем полустолбик. Затем снова 4 рельефных лицевых столбика.
Затем до конца ряда полустолбики с одним накидом. Присоединяемся во вторую петлю подъема. Следующий ряд будет из столбиков без накида. Столбиков без накида. Ряд. 2 петли подъема. 3 полустолбика с накидом. И повторяем. Над рельефными столбиками провязываем рельефные. Накид. Вводим крючок. Подцепить столбик. Вывели. Сильно не затягиваем. Провязываем. Вот провязываем наши 4 столбика. Затем 4 обычных полустолбика. Тут себя контролируем, что у нас тут осталось 4 петелечки. И в пятую вводим крючок. 4 полустолбика. Далее 4 рельефных. Все до конца ряда. Полустолбиками с накидом. Довязав этот ряд, мы не присоединяемся, а разворачиваемся, делаем одну петлю подъема и провязываем ряд столбиками без накида. Приходим в это место и отсюда будем продолжать вязать. Таким образом, мы провяжем несколько рядов. И здесь у нас будет прорезь для пальца. То есть у нас будут возвратные ряды, не по кругу. И тут будет наш пальчик. Затем мы снова будем соединять и дальше продолжать единым полотном. Так, сейчас провязываем ряд столбиков без накида. Следующий ряд мы начинаем. 2 петли подъема, полустолбик с одним накидом. Далее делаем накид. И подхватываем первый рельефный столбик, вытягиваем ниточку, провязываем накид, провязываем 2 петельки. Накид, второй столбик, провязали. Дальше делаем накид, смотрим, вот отступили 2 петелечки. Третью провязываем подряд 4 столбика, 4 полустолбика с одним накидом. Теперь накид. Второй от края подхватили столбик. Провязали. Крайний столбик подхватили. Провязали. Провязали. Теперь делаем накид. И вот подхватываем из следующего узорчика первый столбик. Провязали один. Провязали второй. Так, теперь пропустили. Так, здесь у нас должно быть 4. Раз, два, три, 4. И в пятую провязываем подряд 4 полустолбика с одним накидом. Провязали, подхватили второй от конца, провязали и крайний
Подхватываем, вводим крючочек под него. Дальше идем до конца ряда, полустолбики с одним накидом. Доходим, не присоединяемся, разворачиваемся и вяжем ряд столбиков без накидов. Так, провязали. Затем дублируем предыдущий ряд. Над столбиками рельефными. Рельефные. Здесь 2, 4 простых. Вот, 4 вместе рельефных, 4 полустолбика, 2 рельефных и далее полустолбики до конца ряда. Следующий ряд – столбики без накида. Дальше у нас идет повторение узора. То есть следующий ряд – полустолбики, теперь рельефные, накид, подхватываем крайний рельефный предыдущий, подхватываем второй, сюда. Два столбика провязали рельефных, накид, подхватываем, так, следующий столбик, подхватили, провязали. Теперь 4 полустолбика. Накид. Рельефные пошли. Вот. И дальше продолжаем узор. Теперь снова будет ряд столбиков без накида. Далее снова с рельефными. Следующий ряд, состоящий из столбиков без накида. Теперь нам нужно соединить нашу прорезь для пальчика. Мы просто соединительным столбиком присоединились. Теперь разворачиваем перчаточку таким способом, чтобы к нам было лицо. И проходим по контуру столбики без накида. Просто произвольно вкалывая крючочек, не сильно затягивайте ниточку. Вот мы пришли к верху, здесь соединительным столбиком, 2 петли подъема. Далее у нас ряд, состоящий из полустолбиков с одним накидом и рельефных столбиков по узору. Вот таким образом, вот для пальчика у нас получилось. Вот видите,
Край красиво обработан косичкой. Все, и дальше двигаемся по узору. Сейчас мы вот в этом моменте. То есть нам нужно рельефные столбики. Столбики без накида, рельефные, потом в стороны и так далее. И вяжем нужную нам высоту. После того, как связали нужную нам высоту, делаем один ряд столбиков с одним накидом. Далее следующий ряд, 2 петли подъема. И будем вязать резиночку, состоящую из лицевых рельефных и изнаночных рельефных столбиков. Лицевой. Дальше. Накид. С обратной стороны подхватываем столбик. Выводим ниточку. Изнаночный. Далее снова лицевой. Накид с обратной стороны. Подхватили вот столбик, подхватили ниточку, вывели, провязали. Проходим весь ряд, присоединяемся во вторую петлю подъема. Дальше снова 2 петли. И провязываем резиночку нужной нам высоты. Над лицевыми столбиками провязываем лицевые, над изнаночными изнаночные. И так вяжем нужную нам ширину. И все будет закончено. Дальше можно будет расшивать. Можно оставить и так. Итак, когда мы закончили, перед нами получились митинги нужной нам высоты. Я связала коротенькие. У меня ушел ровно один моточек 50-граммовых ниточек, то есть 150 метров. Вот, можно по желанию украсить камушками, стразиками. Пришивала я обычно швейной ниточкой в два сложения. Теперь смотрите, если захотите пришить, нужно, переходя от одного камушка к другому, двигайтесь вот так, то есть пришили эту линию, все закрепили, оборвали ниточку. Далее эти пришили, потом эти. Не соединяйте между собой, вот так протягивая ниточку, потому что у нас вязаное полотно растягивается немного, а та ниточка нам будет препятствовать в этом. Поэтому на ручке будет сидеть плохо, либо вообще рука не влезет, если несколько раз так протянете. А вдоль можете вот таким образом прикреплять. Так, что еще? Значит, мы с вами вязали, где пальчик, вот на правую руку, на левую руку. У нас вот здесь, когда мы дошли до момента, где симметрично нужно сделать пальчик, я здесь ниточку закрепила, отрезала и прикрепила в другой стороне ряда, с этой стороны. И уже отсюда сделала 2 петли подъема полустолбиками с одним накидом по лицевой стороне. Вот, просто у нас ряд начинаться будет с ладошки. Мы будем первую ладошку провязывать, потом переходить к узору. Тут мы начинали с узора, а потом на ладошку. Вот, то есть главное открепить тут ниточку, не забыть перейти на эту сторону и вязать все по такому же принципу. Дальше также тут соединить две половинки и обвязать. Вот, вяжутся они быстро, в принципе, за хороший такой длинный вечер. Можно успеть связать. Вот. Так что, девочки, спасибо за внимание. Спасибо, кто посетил мой канал. До новых встреч!